Мы сегодня держим власть в стране. И если мы сегодня скажем, слушайте, ну мы сейчас создадим конституцию равных возможностей у всех, права там и прочее, как народ говорит, бла-бла-бла, мы вернемся к тому, что было. Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидирует, уничтожит страну. Поэтому конституция новая должна учитывать эти нюансы.